Привет, дорогие друзья! Нахожусь я сегодня на одесской барахолке. Здесь у нас иностранцы, видите, из Германии приехали, разложились. Вон еще из Германии, вот еще из какого-то города. Вот куча, короче, иностранцев, все приезжают, все ковыряются, роются. В общем, лазил я где-то часа полтора, нифига не нашел. А когда я нифига не нахожу, я начинаю покупать всякую вот такую вот ерундовину. Значит, купил я вот такие вещи. Вот этот жетончик мне очень понравился. 10 пенинг какой-то. Фенинг, вернее. Здесь красивый вот этот вот рисунок мне очень нравится. Вот, это алюминий. Потом еще вот какую-то такую ерунду со статуей свободы. И еще взял вот такое вот, не знаю, что это за чудо, пластиковое, 1 евро какой-то, непонятно, что это. Напишите, может, с какого-то спортлото, или откуда это, что это, или с, может, с какой-то игры настольной, или может быть, непонятно, даже не знаю, напишите, что это может быть, потому что подошел за другой стол, и мне тут же подарили 2 евро вот такие вот, тоже пластиковые. Не знаю, что это такое, но мне пойдет в коллекцию, выглядит прикольно. И еще я купил вот такую вот штуку. А, нет, это мне тоже подарили, да, тоже не знаю, что это такое. Какой-то непонятный жетон. К чему вообще записываю это видео? Дело в том, что вот реально на барахле в Одессе нифига нету. Я просто ничего не нашел. То есть есть куча хлама какого-то или монет, которые абсолютно меня не интересуют. Есть банкноты, много классных, но они меня не интересуют. То есть из того, что меня интересует, реально я ничего не нашел. Когда я ничего не нахожу, я беру уже всякую такую ерунду и дополняю себе в коллекцию. Дали мне вот такие 20 копеек на восстановление, реставрацию. Здесь придется с ними повозиться. Монетка, в принципе, в хорошем состоянии. Там есть даже остатки штемпельного блеска. Но из-за того, что это билон, с ним реально надо быть осторожным. То есть, чтобы его не испортить, тут надо будет очень хорошенечко повозиться и потратить нормально время. А алюминий, кто знает, как чистится, напишите в комментариях, как вы чистите алюминий. Я его чищу так. Я кидаю его в лимонную кислоту. А потом все, что вот это матовое, так как жетончик недорогой, и тут остатков штемпельного блеска не наблюдается, я его просто полирну, скорее всего, чтобы он стал зеркальным. И таким образом он хоть как-то станет немножко красивее, чем он есть. Потому что мне матовый такой с этими притертостями, затертостями не нравится. Ну, а так ради вот этого вот орнамента я взял эту ерунду за 10 гривен. Ну, и еще там какие-то вот, там, что-то набрал какой-то ерунды. В общем, вот такой непонятный видеообзор. Я давно не снимал никаких видео, времени нету. На почте у меня там поприходила куча разных интересных посылочек. Если сегодня Укрпочта работает в воскресенье, в чем я сомневаюсь, то заберу, покажу. Если нет, то уже завтра покажу, что мне пришло. Думаю, вам будет интересно. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Ставьте лайк.